Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сан Саныч Богомолов. И в этом выпуске я проживу целый день за 50 рублей из фикс-прайса. Посмотрим, что можно купить в фикс-прайсе на 50 рублей и прожить на это целый день, завтрак, обед и ужин. Друзья, но прежде чем я отправлюсь в магазин, ловите от меня халяву для новых пользователей на Алиэкспресс в виде 250 рублей. Что для этого надо? Все очень просто. Первое, вы должны быть новым пользователем на Алиэкспресс, ваша корзина должна быть от 320 рублей. Далее, вводите мой промокод и получаете 250 рублей скидка. Ну не сказка ли? Конечно же приятно. Я здесь накидал в корзину товаров, зацените мой топ товаров с Алиэкспресс. И кстати, они с ускоренной доставкой. В Алиэкспресс появилась такая функция, плюс называется. Это курьер вам домой привезет. Даже вот такой вот чехол домой привозят. Раз смотрите, он бракованный. Спокойно возвращаете, курьер также забирает. Круто? Все товары, которые я сейчас вам предоставлю, ссылочки я на них оставлю в описании, они будут с этой ускоренной доставкой. Вот, первое, это портативная мини-приставка. Короче, Денди, помните? Только она у вас сейчас будет карманная. За 896 рублей, ребят. Ну это кайф, просто кайф. Следующее. Беспроводные Bluetooth наушники спортивные, вакуумные, за 141 рубль 30 копеек. Следующее. Беспроводная зарядка на 10 ватт, автомобильная, за 422 рубля. Следующее. Беспроводная зарядка на 15 ватт, 665 рублей, дороговато. Минус 250 рублей по промокоду, и она ваша. Следующее, друзья, USB кабель для айфона, 127 рублей. Ну, с доставкой на дом, курьерской. Вот, вот эта вот вещь, видите? Рождественские огоньки. Крутая штука, я себе еще закажу, хочу по всему участку завесить. 444 рубля, 5-метровая лента, вот с такими висюльками, кайф. А кто видел предыдущие видео у меня, я сделал уличную вокруг бассейна, потому что к бассейну электричество подводить очень опасно. Вокруг моей купели есть гирлянда на солнечной батарее. Вот, она следующая, 648 рублей, она 20-метровая. Крутая штука, тоже можете заказывать. Ну и, конечно же, ребят, кто еще не в курсе, у меня появился домашний кинотеатр. Мы здесь, прям вот здесь вот его по вечерам смотрим. Размер диагонали до 200 дюймов. Стоит он от 15 тысяч рублей. Там комплекты дополнительные есть, типа с андроидом, там, с кронштейном. Нахер не надо ничего это заказывать с андроидом. Он спокойно от флешки работает или от ноутбука, и андроид там глючный. Вы заказываете просто голый за пятнашку. Вот, взатка C2 он называется, ребят. Также вам курьер его домой доставит. Все ссылочки на эти товары я оставлю в описании. По промокоду для новых пользователей на Алиэкспресс скидка будет 250 рублей на корзину от 320 рублей. Ну все, друзья, не буду вас задерживать. Пойдем со мной в магазин. Друзья, ну как всегда, утро начинаем с геркулеса. Хочу геркулес вот. А, черная смородина. Думал, черника для зрения, чтобы. Давайте с черной смородиной. 7 рублей 10 копеек. Лапшичка, да? Какая-нибудь лапшичка на... На обед. На обед надо лапшички. Вот за 5,50, друзья, есть лапша. Дешевле нету. Берем за... А, вот они подставу сделали, как будто роллтон, я думал. А это вот это за 5,50. Петра. Берем. Конечно же, супца, наверное, взять надо. Вот за 11 рублей. Дачный суп, 4 порции с вермишелью. Ну, все как надо. Так, что мы еще себе можем позволить? Мы можем себе позволить йогурт за 9 рублей 10 копеек. Кстати, стоит в холодильнике, это хороший знак. Он без заменителя молочного жира, поэтому, видимо, он в холодильнике и хранится. Берем 9 рублей 10 копеек. Вот за 7 рублей 80 копеек. Ну, ё-моё. Разобрали. Ни одной не осталось. Ай, обидно вообще. Обидно, надо попросить, чтобы принесли. Как вам, сладого же хочется. Нашел, есть другие. Кейки вот такие яблочные. 7 рублей 80 копеек, наша цена. Передо мной стоит выбор, друзья. Выбор непростой. У меня осталось последние 10 рублей. Либо можно сок 0,2 взять, либо, так как еды у нас немного, да, что-то попитательнее надо взять. Давайте вот за 8,30 возьмем вот эту пачку сухариков. Большую, вот такую, да? Вот они, а что такое? С помидорами. С помидором. Так, ну за полтора, там за 2 рубля мы, наверное, ничего не сможем взять. Жалко.
Так, друзья, утро доброе, для кого оно доброе? На утро у меня будет вот эта черная смородина Геркулес. И заливаем его кипяточком. Ну что, друзья, каша наша заварилась, запарилась. Знаете, как она пахнет? Вот честно вам сказать. Была ли у кого-то температура? Принимали вы фейерверк, колдрик со смородиной? Вот один в один. Вот этот вот дешманский запах. Да, здесь есть кусочки смородины, реально сушеные. Но она так пахнуть не будет. Здесь прям ароматизатор. Нереально. Кто-то уже сверлит. Траву жьет. По консистенции она очень четкая, и у нее нету вот этих жмыхов, плевел. Плева. Короче, вы поняли. Нормальный, добротный геркулес. Но со смородиной это последний раз, когда я беру. Надо было брать с яблоком. Без искусственных красителей. Вкусненькие. Легенький завтрак. Пойдем сейчас делами позанимаемся. А, друзья, не переключайтесь. Встретимся с вами на обеде. Друзья, ну что, друзья, наступило время обеда. У нас на обед мясной суп с вермишелью. 4 порции. Дачный суп. Сейчас доведем воду до кипения. Кто производит? А я думал, грузинский. Пахнет, конечно, не очень хорошо. Каким-то кошачьим кормом. Давайте адское варево заварим. 15 минут варить. Друзья, мой скромный обед готов. Сухарики. А суп не так уж плох. Самое главное, побольше глутамата и нормально будет. Вот с сухарями. Вообще на ура. Да, фикс прайс уже не то, что раньше. Раньше на полтинник можно было больше взять. Цены везде дорожают. Да? А сухарики зачетные. Прям за эти деньги. Не пересоленые, реально со вкусом томата с зеленью. Конечно, 4 порции это не обманывают. Хотя литр бульона, да, но пока он варится, грамм 100 может потеряет. Ладно, можно литр 100 налить. Каждому по 250 грамм, нормально, да. Реально 4 порции. Не содержит ГМО, как все сейчас любят писать. Правильно, что я не взял сок за 10 рублей. Я взял сухарики. Думал, паштет возьму рублей за 12, вот как раньше, помните, по 12, по 13 рублей паштеты были. Все, самый дешманский паштет 27 рублей.
маленькая упаковка. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько у вас в месяц уходит на питание. И, допустим, пишите такого формата. Живу один в месяц, там, или грубо говоря, живу один, в месяц уходит 5000 рублей. Семья, муж, жена, два ребенка, в месяц уходит там 30 тысяч рублей. И в каком городе вы живете? Это ради интереса. И потом вот вы сами сможете почитать в комментариях, в каком городе, кто сколько тратит, примерно плюс-минус на еду. Маловато, но хорошо, вот этими сухариками подъедимся, и будет нормально. Разгрузочный день сегодня. У меня там вкусняшка есть одна. Не выдержу. Давайте. Половинку. Половиночку возьмем, половинку на ужин, а то ужин вообще что-то нищенский. Но сейчас моя душенька спокойна. Друзья, не переключайтесь. Встретимся с вами на вкусном ужине. Ужин Петра. Вкусно и выгодно. Высший сорт муки без консервантов. Большая порция. 300 грамм готового продукта. Мне кажется, я наемся. Хочу ломаной лапши. А почему масла нету? Я люблю, когда масло в составе есть. Ну, блин. Вечер добрый, господа. Ваше здоровье. Решил воду налить в бокал, чтобы мой ужин не казался уж таким нищенским. Мамис кейк. Вообще, все это фигня, ребят. Вот эти видосы, весь день ем. На нормальное хардкорное выживание, как в старые добрые времена. Но сейчас мы смотаемся с женой на отдых, и тогда уже приступим. Что это такое, я вам пока говорить не буду. Но такого на YouTube еще не было. Так же, как вот выжить на 1000 рублей, я снял первый. Так же и это будет. Первопроходец. Слушайте, что-то я так задумался, даже забыл, что видео идет, запись. Я просто начал представлять, как я буду снимать это выживание. Пока, конечно, скажу это под секретом. А то Серега из Скоборовский украдет идею. Но думаю, вам зайдет. Надо будет обязательно сдать анализы. Вес,
Да можно даже не замерять. Вы по камере все увидите, что я похудею. И думаю, я похудею килограмм на 10. Блин, Петра, офигенная лапша. Я ее, кстати, почему-то только в фикс-прайсе видел. Такая, как в старые добрые времена, лапшичка. Ой, одни углеводы сегодня. Два укуса и кекса нет. Ну что, друзья, вот закончился день на 50 рублей с фикс прайс, даже не 50, 48.50. 48 рублей 50 копеек. Более-менее хоть какое-то разнообразие, но, честно скажу, на 50 рублей лучше сделайте так. Сходите в магазин, купите килограмм картофеля, килограмм лука, нажарьте это все. Вот. Купите хлеба, да даже на какие-нибудь овощи останется еще там или фрукт. И будет намного вкуснее, чем давиться этой лапшой, там кексами какими-то непонятными и супами из пачки. Как-то так. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сан Саныч Богомолов. Скоро вас ждут влоги с нашего отдыха со Скоробейкиной. А после влогов стартует нереальное, жесткое, лютое выживание.